Приветствую вас, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами, как всегда, Рэй. Мы продолжаем играть в Doom Bed. Поехали. Так, мы с вами здесь, на 12 уровне, а нам доступны, да, нам доступны, ребята, следующие 13, 14 и 15 эпизод. Ух, елки-палки, они, по-моему, с повышенной сложностью, но... Вот, честно говоря, врать не буду. Давайте посмотрим, ребята. Давайте посмотрим. Так, у нас с вами 190 монет, этого мало, это, ну, вообще ни о чем, если честно. Да, мы даже прапаться не сможем. Ладно, тогда давайте начинать. Возьмем с вами генератор. Потом возьмем гарпун, возьмем, естественно, с вами копья. Так, возьму я, пожалуй, кислоту. Из миньонов у нас только один в данный момент доступен. Так, секунду, а кого же нам еще-то взять? Ха-ха, погоди-ка, конечно же, щупальцы осьминога. Ребят, ну что, давайте приступать. Повышенная, по-моему, сложность здесь. Будем как-то отстаивать. Для начала нам, естественно, нужно поставить генератор. Генератор мы поставили. Посмотрите, ребят, у нас даже есть почтовый ящик, оказывается, здесь. Поставлю я сюда гарпун. Сюда вот щупальцы воткнем. И вот так вот сделаем. Ребят, не знаю, что у нас получится. Возможно, будет провальная попытка. Буду стараться, на самом деле. Так, генератор, наверное, нам вот сюда еще надо один поставить. Поставим вот так колья. Тут, по-моему, будут ниндзя у нас еще. А, по-моему, даже все юниты, которые только вообще тут есть. Ты смотри, что они делают. Они, ребята, они идут наверх. Ёлки-палки, у нас же отсюда проход сюда. Вот это я, ребят, лопухнулся, по-моему. Так, давай, миньон, не давай спуску им. Да, действительно, нам вот сюда вот надо влепить гарпунчик. Да ладно, елки-палки, я не подготовлен был к этому моменту, ребята, ну ладно. Хорошо, давайте нам, главное, чтобы генераторы наши не подвели нас, и мы могли здесь с вами хоть как-то расстроиться. Так, они с щитами, я надеюсь, щупальцы сейчас будут это дело у них отнимать. Так, отняли, да? Они вроде бы как отняли. Здесь мы поставим колья. Там у нас еще есть один миньон. Мне, ребят, на самом деле понадобится еще один. Я его вот сюда влеплю. Генератор мой без защиты. Поэтому давайте поставим колья хотя бы. Ай-яй-яй-яй-яй. Не справляется, ребята, к сожалению, по-моему, миньон. А, нет. Нет, ребята, он справился. И это очень круто. Знаете, что я хочу? Я вот сюда хочу поставить кислоту, чтобы она капала вот по этой лесенке. Потому что, смотрите, эти ханурики... Сильно-сильно стараются спасти свою принцессу, да, видимо, это принцесса. И, видимо, какой-то король или герцог отправил на спасение ее. Видимо, тут свадьба намечалась, а я, как говорится, помешал всему этому делу. Так, миньончики, надо, ребята, сюда еще одного миньона. На самом деле, я проходил этот уровень, по-моему, с электрическими миньонами. Ох ты! Ты че, ты сейчас издеваешься, ты прям инженеров он отправил. Ты посмотри, он отправил здесь, ребята, инженеров. Причем везде. Он их везде, ребята, и здесь, и я не знаю. Давай посмотрим, что у нас из этого выйдет. Сюда нужно было ставить тоже, ребята. Да, попробуем, ребят. Смотри, ломают мои ловушки, и мы видим, что внизу бежит уже солдат. Собственно, ребятули, персоны. Собственно, персоны, поэтому вот сюда я поставлю тоже кислоту. И смотри, и он начинает, ребята, расстреливать гарпун, а? Вот за серия. Вот за серия. Так, хорошо, мы с вами сделаем немножечко по-другому. Мы поставим сюда миньона. Сейчас его опять же будут расстреливать. Там у нас щупальцы. Здесь очень мало у нас всяких ловушек, поэтому надо, ребят, как-то... И миньончик, наверное, я еще сюда одного поставлю. Хотя, если он будет проходить сюда, ну да, в принципе, все будет у нас отлично. Все будет отлично. Он будет выходить здесь. Ребят, он вышел. Мы его подбили. Слушай, по-моему, очень даже классно получается. И, возможно, мы с вами пройдем этот этап. Хотя еще, еще будет последняя, ребята, волна. Радоваться еще пока, на самом деле, очень-очень рано. Смотри, что делает. Убил миньона, причем бьет по ловушке. Подбили его, отлично, это хорошо. Так, солдатики все-таки не останавливаются на достигнутом и бегут, что есть мочи. Так, давай-ка мы вот сюда поставим с вами гарпун. И вот сюда, конечно же, нам надо влепить, наверное, еще колья. Хотя, нет, я поставлю сюда вот колья. И сюда, кстати, тоже поставлю, ребят, гарпун, чтобы обстрел был с двух сторон. Надеюсь, вы понимаете, да, какую тактику я здесь выбрал. Вот сюда мы его влепим. Ух, так, ну что, замок смазы я, ребята, оказывается.
И сколько мне дадут денежек? Дайте мне много, пожалуйста, денег. 600! А знаешь, что это означает? Что я, по-моему, смогу себе открыть... Так, погоди-ка. Еще одну ячейку. Ведь верно? По-моему, так. Сейчас мы посмотрим, ребят, с вами. Она, по-моему, 750 или 1000 стоила. Сейчас глянем. А, нет, она 1500. Что-то я рано разрадовался. Ну что же, тогда давайте мы с вами, наверное, улучшим. Улучшать я буду... Во-первых, надо нам улучшить щупальца вот эти вот. Обязательно. Так, улучшили и... не хватает чуть-чуть. Ну что, может быть, гарпун тогда? И думаю, что после этого нас будет ожидать следующая сладкая победа. Так, выбираем сюда гарпун. Выбираем сюда кислоту. Генератор, естественно, ребят, берем. И опять же миньона. Кстати, миньонов надо было бы нам прокачать по полной программе. Для этого нужно 500 монет. Ну что же, наверное, надо приступать. Так, стадия 14, да, у нас? Угу. Так, ну, начнем, как всегда, ребят, с... Оу, погоди-ка, с генератора. Смотрите, у нас здесь вообще минимальное пространство. Поэтому нам здесь вообще... Блин, ты посмотри, что он делает, ребят. Давай я сюда позову, наверное, для начала миньона. Поставим быстренько гарпун. Черт подери. Слушай, напряженный момент на самом деле здесь получается. Так, нужно, наверное, все-таки еще один гарпун влепить. На всякий случай, миньона, ребята, они меня подбили. Давай еще одного миньона вызовем. Так, мы гарпун с вами немножечко улучшили. Но сюда нужно, наверное, все-таки щупальцы ставить. Или же ставить еще одни колья. Оу! Погоди, погоди, зачем так много сразу же вас? Зачем? Блин, мне и этих хватает. Слушай, давай-ка вот так сделаем. Мне вот здесь вот нужно перестраховаться, ребят. Потому что, ну, вдруг... Вдруг все-таки они сюда смогут пройти. Хотя бы, чтобы были здесь щупальцы. И также мне здесь нужна кислотная ловушка, которая будет кислоту с потолка лить. Ну, блин, мало у нас этих с вами генераторов, мы мало получаем энергию. Мало, на самом деле. Так, я думаю, в чем проблема-то? Миньона нету, и этот охламон бежит. Но я надеюсь, что здесь он все-таки погибнет. Ёлки ты, моталки, ты посмотри, что происходит. Эй, эй, парень, фу, повезло нам. Но это пока повезло, на самом деле. Ты, блин, да ты посмотри. Ты посмотри, что тут происходит, ребята. Что же делать? Давай я еще одного миньона вызову сюда. Мне как-то нужно сдерживать, потому что, ну, они могут сюда прорваться, причем довольно легко и просто. И мне нужны, ребята, еще щупальцы. Мне нужны щупальцы, чтобы мы смогли с них вот снимать вот эти вот щиты, видите, да? Без щитов они уже становятся более-менее уязвимыми, причем разбираются довольно быстро и легко. Еще поставим сюда одного миньона. Вот сюда нужно будет, даже не сюда, а вот сюда. И вот сюда нужно щупальцу влепить. Вот что я вам могу сказать. Финальная волна, сейчас будет, наверное, жестко все. Сейчас будет жестко. Так, балкона здесь нет, слава богу. Но враг будет идти пуще прежнего. Это я вам точно говорю. Кстати, есть возможность нам влепить вот сюда. Смотри, что. Они же сейчас вот тут пойдут. Они, ребята, сейчас со всех сторон пойдут именно по верхней траектории. И мне, конечно же, нужно как-то здесь сейчас сопротивляться. Блин. Очень-очень много пойдет, ребят, врагов. Так, ну, предположим, я вот сюда еще поставлю колю. Но это меня не спасет. Вот то, что в данный момент у меня находится, этого мало. Смотри, вот он, этот момент и наступает, ребята. Черт подери. Где же энергия? Дайте мне, пожалуйста, энергию. Тут еще и солдат этот бежит. Охламон пузатый. Он меня раздражает, серьезно вам говорю. У меня мало здесь каких ловушек осталось, ты понимаешь? К чему я, для чего я это вообще говорю? Очень мало, давай поставим сюда, попробуем гарпун. Малая вероятность того, что нам это как-то поможет. Так, здесь подбили. Ладно, отлично, ребята, а что же нам делать? О, и здесь подбили. Где этот солдат? Ха, он не дошел, ребят, представляете, он не дошел. Но здесь идет очередная волна, их здесь очень много. Мне понадобится здесь миньон. Наверное, миньона я поставлю на каждом этаже, если я, конечно, успею. Потому что враг прет, опять прет враг. Он достал меня, вот серьезно говорю. Вот здесь он меня очень сильно достал. Да ну! Так, придется, ребята, вот так вот сделать нам. Я не хочу проигрывать, серьезно вам говорю. Так, подбили, да? И, наверное, все, конец уровня или нет? Да ты посмотри, этот охламон еще остался в живых, а? С какого, блин, перепуга ты выжил, а? Охламон, объясни мне, пожалуйста. Как ты это делаешь? Как ты умудряешься выжить?
Фу. Да, ребята, мы прошли с вами этот этап. Мне пришлось, конечно, потратить свой супердар, но, понимаете, их можно, ребят, заработать. У нас что-то там новенькое открылось, пока я не буду это проверять. А знаете, что я хочу сделать? Я хочу зайти вот в эти вот в начальные этапы. Мы с вами здесь все-таки не допрошли. И начать вот с этого уровня. У нас сколько? 765 монет, так? То есть я могу себе прокачать полностью миньонов. Я это делаю. За 1000 мне, конечно, надо бы открыть электрического миньона, а в то же время мне за 1500 нужно открыть еще одну ячейку. Так, 400 монет. Я, наверное, все-таки улучшу. Сколько мне хватит на... Нет, тут нужно 600. Так, заморозку, может быть, тогда. Или же колья, ребят, или же колья. Давайте... А, что я тут? У меня денег-то мало. Ладно, давай тогда сделаем вот так. Опять же кислота, опять же возьмем с вами миньона. Мы сейчас только на этих миньонах и сможем с вами отыгрываться. Другого варианта пока я не вижу. Так, щупальцы и генератор. Это единственное, что нам нужно и чего нам не хватает. Поехали, будем смотреть. Уровень 7. Опять у нас все вот это вот наверх, 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 наверх. Блин. Все у нас вот с этими полезайками связано. Ну ладно, давай мы попробуем начать вот так. Вот, ага, и тут еще и лучники. Ко всему прочему у нас, да? Ну давай тогда еще и сюда и миньончика влепим. Надеюсь, у нас тут все довольно быстро произойдет. И мы хоть как-то здесь справимся. Опять же, не вариант и не факт, что так все будет легко. Давай вот сюда еще поставим шипы. Так, ну здесь вроде бы все удачно. Не забываем, что здесь два этажа, и они могут вот здесь... Они появляются ниже. Значит, скоро вот здесь тоже они будут. Да что вы? Они специально это делают. Они, ребята, это делают все специально. Тут у меня всего лишь один генератор. Он вряд ли тут сможет их как-то удержать. Твою же маковку. Все намного сложнее, ребят. Все намного сложнее, чем я ожидал. Слушай, почему энергии-то мало? Сейчас еще... Да, по-моему, мы тут с вами сольемся. У меня ничего не выйдет. Генератор последний они забомбили. В общем... Я думаю, что надо переигрывать этот уровень. Я не буду, ребят, здесь томить очень сильно. Давайте мы этот уровень переиграем. Надо будет немножко здесь все по-другому делать. Да, я возьму все эти отряды. Короче, нужно большой акцент делать не на нижнем этаже, на самом нижнем, а вот на этом, на третьем. Здесь, я думаю, для начала хватит и вот... Тут опять генератор забыл поставить. Давай генератор сюда влепим. Они, значит, появляются здесь, значит, можно вот здесь вот влеплять, в принципе, спокойненько себе генераторы. И нам это не будет ничему мешать. А вот здесь уже нужно будет расстраиваться капитально. Вот именно здесь, наверху. Так, кстати, вот сюда бы, наверное, не помешало бы нам влепить с вами гарпунчик. Как вы думаете? Я думаю, что не помешало бы. Вот сюда. Сюда, естественно, надо будет ставить... Ну, давай, 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 беги, 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 охламон. Вот так мы с вами поставим. По-моему, я не успею, ребят, здесь расстроить все, как хотелось. А мне хотелось. Так, давай мы сюда вот поставим, наверное, миньона еще. Так, ладно, предположим, ребят, да? Сюда мы... Да что ты, я вот сюда же хотел влепить. Так, гарпун, давай бомби. Они бегут, ребята, они бегут. А где у меня этот? А ничего... А, нет, вот, ребята, вот генератор. Но этот охламон его хочет подбить. Ты же это видишь прекрасно, да? Давай сюда вот вниз влепим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, ползет, ползет этот охламончик. Так, мне здесь поможет, если что, гарпун. И, соответственно, миньончик здесь у меня. Фух. Напряженный, на самом деле, ребята, бой. Он бьет генератор. Ты посмотри. И уничтожил его. Поганец-то этакий. Так, у нас что, следующий этаж. То есть еще не финал далеко, да? Да, ребят, далеко не финал. Так, здесь я не вижу пока никаких этих балконов. Значит, никого лишнего здесь не будет. Ладно, поставим еще один генератор. Ну, давай, энергия, быстрее копись. Мне нужна ты очень сильно. Так, сюда надо было еще генератор-то влепить. Здесь же у нас забрали с вами, да? Уничтожили, так скажем. Так, секунду, секунду, вот сюда влепим. Один миньон не справится, ребята, с такой кучей врагов. Поэтому давайте поставим сюда вот кислотную ловушку.
кислотная ловушка у нас будет работать. Опять он бьет генератором. Не, ты посмотри на этого хламона. Оу, щет, ребята. Я не думал, я не ожидал, что здесь уже будет... Ребята, здесь уже у нас Супермен появляется. Это плохо. Это мощный, противный враг. Фух, я его убил. Я его убил. А это говорит о том, что сейчас наверняка пойдет еще один такой же Супермен. По-моему, это все так будет выглядеть. Их будет здесь очень, ребята, много. И они будут постоянно тут летать и мне мешать. Так, ладно, мы возьмем генератор. Мы возьмем, наверное, с вами поставим сюда еще одного миньона. И хотелось бы, наверное, куда-то генератор влепить. А куда ты его влепишь? Этот охламон будет лететь вот сюда. И, значит, нам нужно вот сюда влепить гарпуны. Во-первых, вот так вот сделаем. Хотя он полетит вот здесь, а не по лестницам, наверное. Ладно, мы посмотрим сейчас, как у нас тут это все дело пойдет. Так, щупальцы поставим как можно больше. Так, ловушки. Ловушки у нас пока нормуль. Куда ты улетел там, эй? Вот, ребята, вот он. Вот он, ребятушки, очередной Супермен. Я так и думал, что он будет. Для меня это неудивительно. Давай везде как можно больше вот этих вот всяких капелек кислотных, которые будут, ребята, его задерживать. Так, гарпун есть, мы его подбили. Ничего у него не вышло. Ты посмотри, сколько тут лучников. Так, они мне уничтожили одну из щупалец, да? Ну, а я ее обратно сюда поставлю, конечно же. Он думает, что все будет так ему легко и просто. Нет, обойдется. И я спас, тем самым. Спас, точнее, не отдал свою принцессу, которую похитили. Ну, соответственно, и спас свой замок. 450 монет мне за победу присвоили. Соответственно, мы, наверное, будем с вами улучшать. Улучшать что? Сколько у нас стоит? Так, щупальца 600. Давайте. Это полный апгрейд. Я так понимаю, что теперь она еще сможет отравлять, да, врагов, помимо того, что отнимать у них щиты. И 160 монет у нас осталось. Этого, естественно, ребята, мало. Так что давайте будем пробовать зарабатывать с вами денежки для очередного апгрейда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут-то как все, ребята, у нас запущено на самом деле. Давай мы вот сюда вот поставим генератор. Сюда поставим ловушку. Надо было сюда, конечно, еще щупальцу забросить. Так, генератор потихонечку, ребят, что-то начинает нам пыхтеть. Этого мало. На самом деле этого очень мало. Одного генератора, это вообще ни о чем на самом деле. Так, давай так поставим. Капает, капает. Но не отравляет, она просто капает, ребят, пока. Тут что, шанс отравления, что ли, такой маленький? И, на самом деле, я не помню, как это все дело здесь будет происходить. Куда они пойдут? Они вылезут здесь или они вылезут где-то дальше? Ты посмотри, что, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Сразу начинают, ребята, разбирать, да? Разбирают они мои ловушки. Ах, ломоны эти партизаны. Так, минус. Вот сюда, конечно, надо было мне ставить как можно больше, ребята, гарпунов. Именно гарпуны здесь должны стоять, а не генераторы. Я сейчас только это вспомнил. Ну куда ты? Как ты пере... Как ты это делаешь, а? Так, ладно, тебе тогда вот здесь вот будет встречать сюрприз от моего миньона, я надеюсь. Да подожди, ты вот сюда я хотел поставить. Ну, миньон. Ты... Все, он подбился. Что-то с энергией у нас как-то вообще, ребятули, кисло на самом деле. Кисло. Так, вот сюда я поставлю генератор. Но нет, ну только вот тебя здесь не хватало, а? Сразу начинается с солдата. Что там еще наверху? Да, ребят, еще и наверху появилась лестница, где они в очередной раз пойдут. Они уже бегут. Они уже, ребят, бегут. Так, этот проход, по-моему, идет вот сюда. Вот, да, он сюда зайдет, сюда выйдет. Так, по-моему, это все будет выглядеть. Я могу ошибиться, конечно, но... Скорее всего, так оно и будет. Так, давай еще одного миньона. Нам нужно быстрее, ребят, с этим делом разобраться. Так. Ну, предположим, а что там внизу? Там что-то кто-то ломает мне или мне кажется, нет? Наверное, показалось, хотя нет. Кто-то что-то там будет. Смотри, что делает. А ну ты посмотри. Готов, да выеживался. Так, давай, миньон, подбей его, пожалуйста. Подбей этого гадишка. Да-да, именно гадишку. Гадя хреново. Так, ну, бомби, бомби, бомби его, этого солдафона. Давай, с ножом такой в зубах. Подбили мы его. Так, у нас поднимается выше этаж, да, по ходу дела? И что мы делаем? Мы делаем с вами вот так вот. Мы делаем с вами так. Они пойдут наверх. Естественно, вот это вот все место нужно, ребята,
щупальцами заминировать. По-другому это не назовешь, да, именно щупальцами минировать. И тут у нас ниндзя уже идут. Тут уже бегут охламоны ниндзя. Эй! Погоди, блин, с какого... А, он наверх пошел, я что же, я... Ой, ребята, вот это будет моя роковая ошибка. Я лопухнулся, получается, да? Я не так рассчитал все. Ну где генераторы-то, ё-моё, ну почему энергии нету? В чем проблема-то, а? Хорош уже. Они сейчас сюда перепрыгнут. Блин, горелые ребята. Фиг с ним, потрачу, так уж и быть. Только ради вас, ребят, потратил я. Потом фиг этих суперударов, ребята, где накопишь. Они, конечно, с этих выпадают периодически, с боссов, со всяких вот солдатиков могут. Потом, который вот этот вот на коне, с него тоже может выпасть периодически. И теперь только у нас финальная, ребят, волна. То есть надо подготовиться как следует. Давай вот сюда поставим. Поставим вот сюда вот миньонов. Сюда мы с вами вот... Что? Что? А, ну понятно, понятно, я понял. Давай вот сюда тогда сделаем, раз ты хочешь этого. Так. Они что-то там уже ломают, да, внизу? Внизу, ребята, полный трындец творится. Смотри, что происходит. Полностью мне там все бомбят. Полностью мне все бомбят. Солдаты идут. Так, щупальцы отнимают. Вот сюда надо было, кстати, влепить еще, ребята, одну щупальцу. Вот именно сюда. И над входом. Ну, видите, я этого не сделал. Так, опачки, ребят, принцессу похитили. Получается, я зря потратил свой бонус. Зачем так сделал, не понимаю. Но они, ребята, отсюда... Что? Что ты вытворяешь? Он не должен, он не уйдет отсюда, поверьте мне. Я его отсюда просто не выпущу. Так, но у нас тут еще, смотрите, лучники. Лучники думают, что им все можно будет. Так, у нас вот отсюда, да, они появятся? Так, ах ты, черт подери, ребята. А вот это для меня нежданчик. Вот это нежданчик, потому что здесь бегут два охламона. Два вот этих вот солдата. Давай вот так вот поставим. Вот они как раз-то могут, ребята, и утащить принцессушку-то, да? Могут утащить вполне. Причем уже, ребята, практически выход. Я сам тут лопухнулся. Я сам, наверное, тут, ребята, проиграю. Не получится. И все из-за того, что внизу практически полностью уничтожены все, ребята, ловушки. Понимаешь? Все ловушки. Пока он тут свое селфи делает. Ну, кто мне тут поможет? Миньон? Миньон мне вряд ли здесь чем-то сможет помочь. Тем более он, как всегда, переключается не на того, кого мне нужно бомбить. И, скорее всего, да. И причем они убивают его довольно быстро и легко. Мне, конечно, очень печально это осознавать. Во-первых, я потратил бонус. Во-вторых, я не спас принцессу. Обидно, грустно, блин, даже я бы так сказал. Да, проиграл. Ну, хорошо, хорошо. Давно не проигрывали, блин. Ну, как же нам тогда... Как же нам с вами это дело исправить? Согласитесь, очень долгий такой уровень, да? Очень долгий уровень, очень долго проходить. Но на самом деле дальше будут еще и еще, ребят, сложнее, еще дольше. И попыток может быть даже не одна, а уж там вообще несколько. Даже, может быть, даже несколько десятков попыток. Давай-ка я поставлю сюда вот генератор. Здесь вот хорошо бы, знаете, что было бы нам? Ребят, если бы у нас была бы беговая дорожка, она бы их задерживала. Да, она бы их задерживала, они бы бегали бы. И шанс на спасение у них бы был минимален. Так, вот видите, вот этот вот, например, отравился. Это хорошо, сейчас они пойдут сюда, вылезут здесь. Опять генераторы, ребят, у нас хреновенько как-то дают нам энергию. Давай вот так влепим. И, наверное, вот сюда вот поставим с вами, да? Так, поставим сюда вот, наверное, миньона. Хотя зачем он тут нужен? Ума не приложу. Давай вот сюда вот поставим еще гарпунчик с вами. Сейчас они будут, конечно же, сюда бежать. Ну и гарпуны будут их, естественно, ребята, расстреливать. Плюс еще здесь миньон, который не даст им куда-то там продвинуться дальше. Оу, щит, смотри, как много энергии мы с вами заработали. Отлично. Давай-ка я сюда еще щупальцу поставлю, да, вот это вот осьминога. Вот самое плохое, что есть тут солдаты, да, ребята, и вот эти вот инженеры, которые разбивают мои ловушки. Вот они, смотрите, вот они идут.
Идут охламоны. Так, у нас там какой? На третий этаж, да? К которому я, как всегда, опять забыл подготовиться, блин. Твою ж маковку. Да что ж я все время забываю-то это, а? Что ж я постоянно про это забываю? Ладно, давай мы сделаем вот так вот. Так, они пройдут, вот здесь вылезут. Поэтому сюда, естественно, тоже мы с вами влепим миньона. Хорошо, что гарпуны достают по этим целям. Так, они сейчас пойдут наверх, да? К верхним этим тоже нам нужно подготовиться. Значит, мы ставим с вами вот здесь вот ловушки. Что там уже? Расстрел. Расстрел, вот чего? Ну, понятно, понятно. Он уничтожает мою вот эту вот ловушку кислотную. Знает же, что уничтожать, а, хламон. Так, мы с вами передвинулись еще на один этаж выше. Поставим мы... Погоди-ка, что же нам сделать? Давай вот так, наверное, влепим. Сюда гарпун. И, наверное, вот сюда нам надо будет влепить тоже, ребята, гарпун. Пойдут рыцари вот эти вот, которые будут нам мешать жить. Вот здесь не могу, ребят, поставить гарпун, потому что тут, видите, вот это вот... Как ее назвать-то? Люстра типа висит. Она нам мешает. Она не позволит нам поставить сюда ни одну из ловушек, которая висит на потолке. Так, ладно. А здесь можно. Смотри, опять расстреливает. Бум, мы его подбили. Так, давай-ка мы с вами, знаешь, что сделаем? Вот сюда, наверное, поставим вот эту вот ловушку. А вот сюда как раз вот кислотную. Все в кислоте, все капает, все бурлит у нас тут. Так, гарпун. И вот сюда надо будет тоже, ребята, еще один гарпунчик влепить. Вот именно сюда, в этот уголок. Так, где он гарпун? Вот он, ребята, гарпун. Вот сюда мы его поставим. Так, также мы вот сюда вот поставим с вами одного из миньончиков. Пускай он стоит. Он будет им, как говорится, мешать. И вот теперь у нас финальная волна. Вот теперь будет все очень и очень сложно. То есть, потому что здесь рядом лестница. Сейчас будут здесь ниндзя, да, у нас идти. В принципе, один из таких вот ниндзя это нам как раз всю кашу и испортил. Он добрался до нашей принцессы и ее похитил. Видите, да? Ну, по-моему, не в этот раз. В этот раз я не позволю ему все так легко и быстро и просто сделать. Так, сюда поставим ловушку. Ты посмотри, что внизу у нас, ребят, творится. Просто замес капитальный. Кстати, вот сюда я зря не поставил вот эту вот кислотную ловушку, ребят. Чтобы она капала. Так. Так, он там расстреливает, да, щупальцу осьминога. За что и поплатился. Так, что он со мной наверху творится? Я не могу понять, какие-то шумы лишние, да? Ненужные. Так, вот сюда, кстати, тоже можно. Подожди, не колья я хотел, ребята. Я хотел вот сюда кислоту влепить. Рядышком. Вот так вот я хотел это сделать. Слушай, ну теперь у них уже шансов, поверьте мне, нету. Мы пройдем с вами здесь. Мы с вами здесь пройдем. И вот сюда я поставлю щупальцы. При этом вот сюда на каждую площадку поставлю по миньону, чтобы он отвлекался и, соответственно, мои ловушки их бомбили как можно чаще. По-моему, победа за нами, ребят. Да. Все-таки со второй попытки у меня все прекрасно удалось. Ух, сколько мы получаем с вами? 450 монет, в общей сложности 730. Ну что ж, давайте посмотрим. Улучшим мы, наверное, с вами. Давайте полностью пропаем все-таки вот эти, наверное, нет. Давайте гарпун, да, гарпун улучшим. Повышение критического шанса, да, у нас выпало. И, ну-ка, во. И вот такую вот кислоту. Ну что же, давайте попробуем пройти 9-й этап. Если все получится, будет классно. Но тут очень маленькие расстояния в комнатках. Как бы нам это все дело с вами пройти? Хм. Так, блин, я все время забываю про генератор. Ребят, постоянно я про него забываю, что нужен генератор. Потому что энергии никогда не будет хватать. Особенно на самых вот начальных этапах, поверьте. Я без него просто ну никак. Потому что наверху, видите, там лестница. Они стопудово сейчас здесь трапчик прокинут и побегут. Надо будет тоже здесь подготовиться. И к тому же, смотрите, бежит инженер. Кислых щей, елки-палки. Так, кислых щей. Давай вот так вот, хоть как-нибудь, ребят, с вами. Сейчас еще, по-моему, у нас и этаж поднимется выше. Да, так оно и есть.
И, соответственно, оу, балкон вот здесь. Слушай, ну это, по-моему, ребята, уже перебор. Чтоб вот здесь вот сразу же влепить балкон. Твою ж маковку. Несправедливо это, несправедливо, нечестно. Плюс ниндзи бегут. Так, можно я как-нибудь сюда вот кислотную ловушку успеть установить? Смогу или нет? Постараюсь, я постараюсь, ребята. Так, тут подбили, хорошо, ладно. Сюда, кстати, тоже бы она не помешала бы, ребят. Вот сюда вот. На всех лесенках нужно ставить именно кислотную, если вот такие вот большие расстояния. Ну, ну подобьешь ты или нет? Подбил, молодец, хорошо. Вот сюда я поставлю такую ловушку. Кстати, вот здесь вот надо... Откуда ее поставить? Давай сюда поставлю генератор. Че-то, неужели прошел? Нет, не может такого быть. Я не мог этого пройти, ребят. Вот, солдат идет. Противный, ребята, идет солдат. Так, а если я вот так сделаю? Подбили, нормуль. Давай этого теперь охламончика подобьем. Я еще даже миньона сюда выброшу, чтобы он немножко сдерживал. Пока вроде бы, ребят, хорошо. Но у нас еще выше поднимается этаж. Вот так-то вот. И, соответственно, здесь уже будет реагировать балкон, ребята. Только сказал, и вот на тебе, получи. Получи и распишись, и мне нужен, ребята, миньон здесь. Миньон в обязательном порядке хоть как-то здесь сдерживать. Потому что будет стоять на кольях, соответственно, будет их щупальца вот это вот бомбить. Ну и они должны будут быстренько-быстренько здесь отдуплиться. Я поставлю сюда еще колья. Так, а что, как бы мне вот здесь вот перестраховаться, я не знаю, ребят. Можно, в принципе, поставить... Так, секунду, я весь... Я что-то растерялся, я же, блин. Я растерялся, серьезно вам говорю. Опачки! А ты, парень, не припухли? Ты так быстрый, ты такой борзый. Ты что-то вообще, я смотрю, тут припух. Почему мне сразу, ребята, сложность такую дали? Сразу же рыцари. У меня даже еще не проапано ничего. А он уже все, он уже бежит довольный, скотчет. И причем их здесь два. Хо-хо-хо-хоу. Да мне бы хотя бы одного уронить-то, елки-палки. Хотя бы одного. Есть, ребята. Я взял защиту. С него выпала защита. Потом покажу, что она обозначает. По-моему, в первых сериях это было показано на обучении. Есть, я справился. Финальная волна. То есть это еще был не конец далеко, да? Ладно. И я подготавлю себе это. Я смотрю, просматриваю все свои варианты. Так, вот сюда нужно поставить тоже ловушку. Опять бежит солдат. Тут солдаты, смотрите, набегают, ребят. Здесь у нас ничего нету почему-то. Почему, я сам не могу понять, почему нету. О, смотрите, что делают. Расстреливают. Они сейчас будут и это расстреливать. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, мне такое ощущение, что у меня... да, ребята, у меня нет ни одного генератора. Я думаю, в чем проблема-то? Проблема в том, что ни один генератор у меня не вырабатывает энергию. А ты посмотри, сколько их здесь ползет. Это просто бесконечная армия аглоедов, которые хотят мне тут все испортить. И у них, наверное, это получится. Блин, слишком много. Слишком, 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 слишком. Не знаю, как тут. Ну, идет бесконечная армия. Что вы мне прикажете вот тут вот сделать? Как с ними воевать? Так, ладно, хорошо, предположим, миньоны мои пока справляются. Я зарабатываю себе энергию пока. Вот поставлю сюда на всякий случай еще одного. Ну, чтобы хоть как-то, ребята, сдержать. Сюда нужно поставить какую-то определенную ловушку. Вот, давай, будет это, например, колья. И сюда надо поставить еще, наверное, щупальца. Да что ж ты будешь делать? Опять, тут уже их двое. Тут уже их, ребята, двое. Хорошо, я поставлю вот сюда гарпун. Неужели я не успею, а, ребят? Неужели я, блин, не успею? Скорее всего, у меня не получится. Ну что же, тогда придется нам, наверное, сделать с вами... На всякий случай я сделаю. Я не хочу, ребят, рисковать. Я не хочу быстро проигрывать. Так, и давай сюда вот поставим мы с вами миньона. Будем надеяться на то, что он здесь... Да. Он мне здесь в этом деле очень сильно помог. И этот уровень, ребята, я прошел. Я прошел. Хотя вы сами прекрасно видите, что было сложно. Но дальше, дальше будет, ребята, еще сложнее. Это, так сказать, разминочки у нас тут идут. Ну что же, думаю, что на сегодня достаточно. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Увидимся.